Здравствуйте, подписчики, а также гости нашего канала. Сегодня Новый год, и к нам сегодня приходил в гости, как всегда, по традиции, наш папа и крестные подарили Оле замечательный подарок. Ноутбук! На учебу. А также... Дед Мороз. Дед Мороз там? Привет. А ну-ка, давайте Деда Мороза сюда. Моя мечта. Ничего. А, привет. Привет. Как дела у тебя? Оля, что это? Это ноутбук. Это то, что ты хотела? Теперь ты будешь учиться еще лучше. Ну, вот смотрите, Руслана подарочек передал. Уже. О, Василиса! Еще и мышка, видишь, беспроводная у тебя. Смотри, видишь, Василиска держит ее. Крутнейшая, смотри, с рисуночком. О, ну он того связать. Так что тебе интереснее, конфеты или ноутбук? Ноутбук. Ничего себе. О, уже и бантик разыграл. Да, я вижу его просто, и все, что, не развязан, держу вот так. Да? Ты чья вообще? Ничейная. Давай, давай, дергай его. О. О. Иди быстрее. Давай. Кому достанется? Ты посмотри, у тебя даже мышка с символом года будет. Зайкой. Ты видишь, зайка? Удобно будет заниматься. Ну-ка, включай его, посмотрим, работает он. Вон, доставай здесь. Конечно же. Это даже не обсуждается, да? Да, это логично. Это же, ну, помоги, скажи, папа, помоги, как включать. Туда, что ли? Да, да, да. А также сегодня еще Оля приходил. Кто? Под елочку. Кто приходил к тебе и к Василисе? Мне, конечно, Дед Мороз и подарил. Да, подарил Дед Мороз подарочки, под елочку положил. Мама. И Олечке, и Василисе. А у нас еще из подарочков осталось не распакованным. Это две хлопушки, которые мы сейчас пойдем выпускать на улицу. Вышли мы сейчас на улицу с хлопушками. Но очень трудно собрать детей. Василиса убегает на улицу. Я хотела здесь, где свет. Ну, в принципе, мы можем и тут. Вот, Василисе очень нравится вот этот вот наш прожектор, который вот мелькает. Иди сюда. А, очень-очень долго она ждала. Собиралась уже не один раз на улицу. Ну что, Василисушка, давай, будем хлопушки хлопать. Иди сюда. Давай, Оля первая, иди сюда. Подожди, там надо будет крутнуть. Ой, чуть не упала, подожди. Ну давай, все, сейчас Оля, делаем. Крути. Крути ее. Раз, два, три. Ее надо крутнуть. Вверх только держи. Да, жалко, что темно и не видно здесь. Ой, такие интересные. И вторую, иди сюда. Опа! Давай, давай поможем Василисе. Нет? А ты ей дай свою? Нет, это опасно. А ты ей дай свою. Подожди минуточку, поменяйся. Вот дай. Лянь, поменяемся. Опа! Пустую. Да, пустую. И следующая хлопушка у нас. Ура! Да,
вылила уже. А, можно вызвать из кошки оставшиеся и кидать. Это уже полстук. Достану. Просто достать. Все? Выстрелила уже? А я просто кидаю. Мало? Остатки. Мама. А я кидаю остатки. Пух! А я кидаю остатки. Но! Что это? Подарочек? Ты знаешь, от кого это подарочек? От кого? От бабочки? От крестной твоей. И коробка с стрессами. О! У кого стрессы бывают? Гадрилка. Что и... это? Обычные пляжные игрушки. Угу. Коробка с конфетами. А там смотри, что там написано. Ну-ка, читаем. Оля Следова. От кого? Ха-ха-сы-на-ли и-ин-ны. Инна. Крестная Инна. От крестной Инны тебе коробочка прилетела. Представляешь, почтой такой волшебной. Почта России. Ты только сок выпила, тебе еще один прилетел. Офигеть. Поздравляем с Новым годом! Желаем счастья, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Ну а на сегодня это все. Ставим лайки, пишем комментарии. И до новых встреч! Пока-пока! С Новым год случится! С Новым год случится! Новый год случится!